Так, ребят, всем привет! Сегодня мы приехали в Sky Family Park. Будем здесь отдыхать. Так, тут вот билеты нужно взять. Да повезло. Тебе тут повезло. 300 гривен, да? Так, нам выдали вот такие вот. Все буде Україна. Браслетики. Сейчас охорона нам их одягне. Продуктов харчування немає, так у вас? Нет. С собой нет. Вот там. Это под этим куполом. Ну, это если вечером, да? Так, это какой-то лазить. Кафешка, я вижу шашлычок. Класс. Боже, сколько уже людей много. Короче, взрослый 300 гривен, ребенку до 10 лет бесплатно. Да ладно, отстой. Класс. Вот мы сейчас поиграем в бадминтон, но только я не уверена, что будет здесь валанчик не улетать, потому что сегодня есть ветер. Играют. Смотри, тоже играет бадминтон. Класс, я хочу купаться. Сейчас мы найдем места себе поесть. Но сейчас все посмотрим. А лежаки тоже, наверное, там же было написано, что 100 гривен лежат. Да? Ну да. Ну тут же ж можно, сказали. Так, тут можно солодку, вату. Там он алкогольные напои. Надо было все-таки большие полотенца брать. Смотри, маленький бассейник. Это для тебя. Вот маленький бассейн. А он, смотри, какой круг, где нет воды. Просто в круг. Пойдем туда. Там, смотри, вообще воды нету. Просто играют в круг. Ага, наверное. Вот это платная, наверное, территория. Но мы сейчас все узнаем. Ребят, тут вот посреди есть вот такая вот зона, где можно походить, можно поснимать. Короче, здесь очень хорошо, но тут есть только вот бассейн. Так вот. И на травке можно играть в разные игры. Люди загорают. У меня малой, который не очень любит купаться, поэтому там можно купить все.
тут завернула. Так, один коктейль стоит сколько? Твой 140, мой 160. 140 и 160 гривен. На минуточку, ребятки. Так, мы немножко накупались, нафотографировались, заказали на этой кухне шашлык, 3 порции и картошку фри. Очень, скажем так, дороговато все, потому что один коктейль стоит 150-170 гривен, бутылка пива, например, 100 гривен, а это мои дети решили поиграть в бадминтон. Машинка уже 890. Ну, вроде как хорошо идет, да? Матвей сказал, что... Так, играли в бадминтон, взяли еще вот такую тарелку, малой очень сильно просил. Вообще мы сделали вывод, что можно шезлонги не брать по 150 гривен, а взять вот такой колымок один шезлон, например, и спокойно сэкономить на этом. Очень круто тут. Так, ребят, мы сейчас спустимся. Нет, здесь нету ступенек, там есть. А что там есть? Это Днепро. Там есть ступеньки вот там. Пойдем туда. Чистюсенькая водичка. Класс. Интересно. Смотри, здесь он тоже катается на... Как это называется? Как это называется? Не байдарки, а как? Да это вообще никак не называется. Ну тоже же люди оплатили, наверное, в купальнике. Хочу пожертвовать своей жизнью. Это тоже остроумный мальчик. Класс. Короче, здесь можно вот спуститься и покупаться еще в Днепре. Пушинки купить желтые. Так, мы вышли с Днепра. Вот здесь есть перейти в Валкири. Шезлонги вот здесь. Человек сносит. Ну вот единственное, что только не увидели по рекламке, здесь должен быть детский батут, который... Может, он
для детей. Да, мы сейчас вот есть дорожка и хотим проверить. Вообще можно. А, здесь нельзя пройти. Закончился, поэтому всем рекомендую, особенно если никуда не ехать на моря, и вот хотя бы сделать для себя такой выходной. Смотрите, сколько людей, очень много людей, но и тем не менее очень круто, никто никому не мешает. Скайпарк. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Все, пока-пока. Удачки.